Дорогие друзья, сегодня в Москве состоялось очередное заседание Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. На этом совете выступил член президентского совета, руководитель Славянского правового центра Риховский Владимир. Владимир Васильевич довел информацию до членов совета по ситуации с церковью в Калуге. И не только в Калуге, но и в Орле, Нижнем Новгороде и в других городах. Мы, как и обещали, мы подали наше заявление. Мы надеемся на рассмотрение со стороны президентского совета и какого-то решения по ситуации в Калуге. Мы будем продолжать вас информировать о ситуации, которая сложилась вокруг протестантских евангельских церквей в нашей стране. Аминь.